Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на новом канале Макс Дракула 2.0, поэтому обязательно прямо сейчас жмякай, подписывайся на новый канал. От того, сколько человек подпишется, будет зависеть, сколько рубинов я буду разыгрывать. Но об этом всем попозже, а сейчас я расскажу вам небольшую предысторию. Я расскажу вам небольшую предысторию о том, почему Макс Дракула 2.0, что вообще случилось с персонажем, на каком персе я буду играть и снимать для вас. Сейчас я почему замолчал в тот момент, я проверял, пишет ли вообще микрофон. Ну, вроде бы отлично пишет, так что погнали. Сейчас мы находимся на главной странице Destiny. Это прошлого Destiny. Сейчас я вам все по порядку расскажу. То есть, это сайт по устранению неполадок Destiny, где вы могли описать свою проблему, и ее вам должны были помочь решить. Так, у меня взламывали аккаунт. Кстати, вот видите, жалобы на игроков. Ну, в общем, это не важно. Важно последняя вот эта вот штучка. В общем, вы не увидите, я не смогу вам подвинуть, но я буду вам читать. В общем, прикол в чем? В 2017 году я играл на персонаже Лорд Дракула. Его многие помнят, поэтому вот как-то так. На нем мы и будем играть. В чем прикол? Меня его заблокировали. Я пишу за Форт. Я пишу. У меня есть один вопрос. Почему меня заблокировали? Голоса мне перевел друг, они не были получены каким-либо обманным путем и так далее. В общем, вы поняли, в чем суть блокировки. Мне написали, опишите проблему, напишите, когда вы покупали какие голоса там и все такое, в какой группе персонаж состоял, на Ice Gaming. Ну, может, знаете такую группу. Скорее всего, знаете. Она вроде до сих пор есть. Так, отдано специалисту, и вот специалист начал со мной работать. Он пишет мне, аккаунт был заблокирован по требованию администрации ВКонтакте за мошеннические операции с голосами, фрод. В общем, 300 голосов. В чем прикол? У меня было 3 или что-то 2 леги, 2 легендарки было. И у меня их просто взяли и с аккаунта забрали. Я охренел. Вот, мне написали, для снятия блокировки за фрод необходимо погасить образовавшуюся задолженность путем зачисления 300 голосов на игровой аккаунт. Естественно, тогда 300 голосов это было что-то, ну и сейчас ничего не поменялось, это 2100 рублей. В общем, тогда за 2100 рублей можно было купить, в принципе, ну, аккаунт, так скажем, в несколько раз лучше, чем мой. Сейчас это, в принципе, не особо выгодно. В общем, в чем прикол? У меня еще вопрос. После чего скажу вам свой ответ. Легендарка будет ли возвращены на аккаунт? Мне пишут. Возврат указанного предмета не предоставляется возможным. Возврат оружия, так как я купил его до этого за честно вложенные деньги в игру, я пишу. В общем, эта переписка вы можете видеть 15 сентября 2017 года. По сути, прошло, ну, почти 3 года, ну, 2 с лишним. Чуть больше 2, ладно, вот так вот получается. И вот мне последнее сообщение от поддержки. В указанные даты, именно 24-го, совершали покупку за голоса, приобретенные путем фрода, ну, типа покупки где-то неофициально ВКонтакте, типа. Следовательно, после 23 июля, когда первый из трех платежей, все покупки осуществлялись за рубины, купленные типа мошенническим путем, хотя ни хрена не мошеннический. По сути, Music Wars просто взяла и обломала меня. Ну, да ладно. Кстати, писала мне Елена, что может навести на одну интересную мысль. И вот я 16 декабря пишу им. У меня есть желание разблокировать аккаунт. После чего я написал Елене Тихомировой, у которой брал интервью докторишка. В общем, также она открыла партнерскую программу. Это, кстати, авторы каналов, у которых вполне идет производство контента, можете писать, вас рассмотрят. Ну, в общем, я состою в этой штуке. Я писал тут
свои идеи, идеи описал. И, в общем, меня приняли. Так, меня приняли в эту партнерку. Сейчас я вам покажу, что будет даваться мне. Ну, чтобы вы понимали, что я могу вам дать. Так, на бонусы. В качестве бонусов участников партнерской программы ожидает следующее. Спонсирование личного аккаунта. Мне сказала она в размере... Так, сейчас я вам прям покажу, чтобы вы... В твоем случае базовая ставка за участие в партнерской программе составит 500 рубинов в месяц на личный аккаунт. Начисления будут осуществляться после 25 числа каждого месяца. Для этого мне нужен точно ник твоего персонажа. Я пишу... Можно ли часть рубинов выплачивать в промокоды, чтобы я раздавал их вам, друзья? Типа... Она пишет, нет промокодов, но если хочешь жертвовать свои личные рубины на активность на канале, мы можем начислять их твоим зрителям. В общем, я пишу, я только за. Ну и дальше я идеи свои описывал, там какие у меня приходили в голову. Вот, спонсирование розыгрыша на канале, плюс я придумал офигительный розыгрыш, ну, так скажем, не розыгрыш, а конкурс. Но она сказала то, что сейчас эта идея невозможна, так как все заняты, но ее можно будет провести, например, в феврале. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Чем больше здесь будет подписчиков, тем больше рубинов мы разыграем. Числа 6 я буду разыгрывать вот эти 500 рубинов, которые мне присвоятся за декабрь, получается. Вот, плюс вы никогда не пропустите розыгрыши дополнительные, плюс, ну и тут реклама в видео ВКонтакте, реклама розыгрышей ВКонтакте, ну это понятно, это, в общем, больше ничего интересного тут нету. Ну так вот, мы здесь посидели, она мне написала то, что она помочь в принципе ничем не может насчет восстановления аккаунта, пиши в администрацию, сказала, ну также... Я ей потом написал, типа, не отвечает администрация, говорю ей, так, где это было-то? А, вот, типа, я написал, ты пишешь старый help, блин, я не прочитаю это слово, help desk, что-то типа вопросительный диск. Почему нельзя на английском было написать? Ладно. Так, я пишу, куда писать? Она пишет, в игре актуальная ссылка. Пиши вот сюда, она пишет. В общем, я написал сюда. Знаете, сколько я ждал? Я ждал до хрена ответа. То есть, писал я 8 дней назад. 8 дней назад на эту helpdesk, будем называть теперь и так. Написал я то, что хочу разблокировать аккаунт. Мне написали 7 дней назад. Все. 7 дней назад мне написали. Ну, 8, считайте. Я передавал вашу заявку специалисту. 8 дней. Я ждал, пока мне отпишется специалист. 8, сука, мать его, дней. Блин, ну это жестко, на самом деле. Это же... Я каждый день заходил, смотрел, отписались мне или нет. Каждый день. Еще партнерку... Именно на Ютубе ждать месяц где-то. Ну, блин, ну это ладно. Отписались мне сегодня. Здравствуйте, уважаемый пользователь. Меня зовут Айдар. Благодарю вас за ожидание. В результате проверки по вашему запросу было принято решение разблокировать игровую учетную запись Lord Dracula. Я очень рад, друзья. Сейчас мы с вами пойдем. У меня для вас кучу просто сюрпризов, подарков. Обязательно подписывайтесь на канал, на этот, на новый. Ставьте лайки. На том канале будут выходить всякие разные новости, именно связанные с музваром. Там, возможно, обновления какие-то, еще что-то. То есть, по минимуму. На этом канале будет вся игровая движуха, так что подписывайтесь на этот канал. Вот. Возможно, на том канале что-то буду выпускать, но подписывайтесь на этот. На том канале уже большая база мертвых подписчиков собралась, то есть, которые уже не заходят на YouTube, некоторые там аккаунты там заблокировали тоже. Ну, это не особо важно, я сейчас хочу собрать активную базу именно здесь, поэтому подписывайтесь все на этот канал, друзья. Ну так вот, теперь что осталось сделать?
Сейчас будет первое. Первый заход в Music Wars где-то дней так за... А, боже мой. Дней так за... Года за два, за три. Блин, я не помню, сколько точно я не был. За три года, наверное. Вот, блин. Погнали. Загрузочка. Друзья, наверное, следующий видос как раз с заходом будет завтра, так что подписывайтесь. Завтра будет видос.